Да, счет 4-1. 1-4 с нашей стороны, да. Ну, не скажу, что мы играли сегодня плохо, где-то даже в среднем периоде, может быть, и играли лучше, чем соперник, но, может, и соперник тоже играл по счету. Что касается самой игры, ну, конечно, нас очень сильно сломало это 5-минутное удаление, концовка первого периода и начало второго. Витязь воспользовался этим, хорошо сработало большинство у них. То есть, ну, практически игру сделали этим большинством. Еще раз говорю, в свою очередь, ребята молодцы, стараются, у нас есть определенные проблемы, но на это тоже пенять не нужно. Так что стараемся играть, стараться в каждом матче, играть на победу. Сегодня, еще раз говорю, удаление сломали матч. Спасибо. Ну, я согласен, что это ключевой момент был в матче. Минутное удаление, но удалось там реализовать по максимуму, так скажем. Вот. Но в целом мы в этой игре, у нас было 5 дней, вот, мы немножко вздохнули, потому что календарь еще сложный. Вот. К сожалению, еще не все в строю. Вот. Возможно, с Нижнекамском появится и Мозик, и Хливик. Возможно, пока еще не можем точно сказать. Но в целом так. Мы постарались использовать этот момент, в общем-то, сыграть активно. Вот. Ну, главный момент, конечно, это реализация большинства. Согласен, что третий период провели не так, как хотели. Ну, в целом, результат это не повлияло, поэтому готовимся к следующей игре. Мы, в принципе, давно не выигрывали в основное время, по-моему, 5 игр. Вот, были победы в овертайме, по булитам. Нам такая вот уверенная победа очень нужна была.